Всем здравствуйте, я Владимир Тишевский, это канал Vautish News Tech. И наконец-то у меня на распаковке Samsung Galaxy Note 3. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство. Коробка выглядит ровно так же, как и у самых последних самсунговских смартфонов. Она сделана в деревянном стиле или под дерево. Посмотрим, что внутри. Самое первое нам открывается — это смартфон. Вот как видите, задняя пленочка отсоединяется. Так вот, и на обратной стороне та самая кожа, ну, под кожу. То есть это не кожа, это пластик, который сделан под кожу. Ну ладно, давайте об этом я чуть попозже. Посмотрим далее по комплектации. Руководство пользователя, справочник по основным функциям, и тут еще кое-какая бумага, точнее макулатура. Да, есть гарантийный талон, все есть. В принципе, все стандартно. Далее, это USB шнур самсунговский, и если вы заметили, то он совершенно нестандартный. Боже мой, действительно, он нестандартный. Видите, какой здесь? USB 3.0. Ха. Да, если честно, это очень необычно. Но я даже не знаю, зачем они это сделали. Но об этом мы тоже поговорим отдельно. Так, USB шнур и не micro USB, а USB 3.0. Далее. Адаптер. Самсунговский фирменный, вот такой обычненький, симпатичненький, 5,3 вольта, 2 миллиампера, сделано в Китае. Гарнитура, наушники и наушники гарнитура, белые, стильные, с необычным дизайном, можно так сказать, но вы видите, да? Такой симпатичный. И еще вот здесь вот в комплекте, я так и не понял, что это. Но я думаю, что в обзоре я обязательно скажу, что это. Или в комментариях пишите, кто знает, что это за штучки. Теперь немного о самом смартфоне. Ну, давайте я открою пленочку. И перед нами 5,7 дюймов экран. Просто весьма шикарный, стильный экран. Также еще хотелось бы, наверное, открыть крышечку. Она пластиковая, то есть это чистый пластик. Вы видите, то есть она, кстати, очень тоненькая, очень легко гнется, и нужно быть очень аккуратными. Но я думаю, что, скорее всего, Samsung наверняка будет продавать отдельно такие вот крышечки. Кстати, телефон односимочный, на одну сим-карту, и здесь вставляется непосредственно сама сим-карта, и вставляется карта памяти. Причем, что вы видите, что карта памяти вставляется, я так понимаю, да, ну, как я и предполагал, карта памяти, она вставляется сверху сим-карты. То есть, вот здесь вот находится разъемчик для карты памяти, и вот здесь сим-карта. Также этот аппарат сертифицирован, и вот еще немножечко о камере. Так вот без крышки она, видите, она как бы выступает. Ладно, давайте я уже буду возвращать на место крышечку. Кстати, вы видите, что здесь есть еще и специальная контактная группа, можно так сказать, которая подразумевает собой подключение другой крышки, которая, к примеру, имеет беспроводную зарядку, что весьма очень интересно. Или же, к примеру, имеет возможность, ну, другой чехольчик. Ну, короче, все под это дело сделано, подготовлено. Кроме стандартной крышки, видите, можно... Стандартная крышечка очень легенькая, очень тоненькая. Теперь давайте еще немножечко по внешним характеристикам. На обратной стороне основная камера, плюс вспышка.
На передней части дополнительная камера. Здесь еще много разных датчиков и сенсоров. Снизу находится кнопочка включения, кнопочка физическая и две сенсорные. Кнопочка включения находится с правой стороны. Давайте сейчас я включу Galaxy Note 3. Кстати, у него модель, видите, SMN900. Так, аппарат включился. Видите, слева и справа появились сенсорные кнопки. Плюс очень круто то, что аппарат поддерживает бесконтактное управление. Извините, вот сейчас я на расстоянии, как бы вам это показать. Вот вы видите, надеюсь, вам видно. Я не прикасаюсь пальцем к смартфону. Просто шикарно. Ну, где-то около сантиметра. Ну, нет, пол сантиметра расстояние от... Сейчас я дотронулся. Давайте разблокирую. Очень круто. Просто, это мне действительно очень нравится. Это очень крутая фишка. Ну, а обзор и вообще о этом смартфоне я уже попозже сделаю. Надо бы все-таки поближе познакомиться, поплотнее. Слева находится регулятор громкости, качелька. Дальше сверху находится разъем для наушника, микрофон и инфракрасный порт. Также снизу находится слот для S Pen или же Stylus. Вот он такой симпатичненький. Далее динамик и нестандартный USB порт. То есть это USB 3.0, как я и говорил, шнур нестандартный. И также здесь еще один дополнительный микрофон. И плюс ко всему еще для того, чтобы был максимально качественный звук, есть еще один микрофон. Вот он. То есть это все здесь есть. И звук очень интересный. Кстати, я записал видео в шумном месте в центре города. И вы можете посмотреть на канале у меня видео, как снимает этот смартфон. А также вы можете... перейти, как найти это видео, снизу в описании обязательно есть ссылка на это видео. Ну, в принципе, все. Вот такая была комплектация. Не была, она и есть. Вот комплектация этого устройства. Samsung Galaxy Note 3. Очень, как говорится, необычный гаджет. Все были просто... мягко говоря, смеялись, когда вышла вообще первая серия ноутов. Но на сегодняшний день, по некоторым данным, уже более 40 миллионов аппаратов ноут, именно серии ноут, было продано. То есть вот за 3 года более 40 миллионов аппаратов. Это просто невероятно огромная цифра. Многие производители гаджетов, телефонов за все время не продавали всех там своих линеек. То есть многие так вот. А Samsung только одного смартфона более 40 миллионов. И этот аппарат действительно заслуживает внимания. И я думаю, что в обзоре мы подробнее в нем поговорим. Спасибо вам за то, что смотрели это видео. Надеюсь, вам было все понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Окей, все. Всем пока. До новых встреч.